Здорово всем, друзья, это канал Доги Стайл, игрушка Фарминг Симулятор 2019. Решил я на канале прям долбить ферму, вам она заходит, мне пока тоже как бы интересно, и тем более есть о чем снимать, поэтому, пацаны, пока ферма выходит, радуйтесь там, кому нравится. В общем, сегодня у нас будет короткое видео, но очень интересно. Сегодня я посмотрю вместе с вами один интересный мод под названием Tardis. Тардис телепорт или ну что-то подобное. Мне его кинул в личку. Это даже не мод, это скрипт. Он весит там 65 килобайт. Мне скинул его в личку Александр Македонский. Ну, ВКонтакте он так подписан не в личку, а в предложке группы. Поэтому я даже сейчас подтвержу, короче, эту запись. И прикольный мод, сейчас будем смотреть. Кстати, пацаны, на канале в честь 1000 подписчиков, кто еще не знает, проходит розыгрыш на игрушку 7 Days to Die или... не знаю, эквивалентную стоимость, там, если у кого-то 7 Days to Die есть, ну, что-то эквивалентное, короче, я вам отдам, так что проходим по ссылочке в описании, будет ссылочка на группу ВКонтакте, на пост, там, условия все, и, в общем, переходим там, делаем репост и ждем результатов через недельку. В общем, давайте, мод Tardis устанавливается, просто кидается в мультиплеере, сразу говорю, не работает. Работает только в одиночном режиме, но заменяет собой... просто, блин, бомба. Это телепорт в любую точку карты вместе с техникой. То есть мы можем взять технику, можем взять к ней навеску, как здесь, например, или как прицеп. Это наша карта, где мы занимаемся, как вы помните, карьером. Тут пляж делаем. Ну, в общем, вот эту технику я так и не перегнал. Можно создавать свои точки там, ну, правда, я вам не могу, пацаны, показать, потому что там нужен нумпад, чтобы создать. Но все будет тоже... переходите ВКонтакт, там будет описание этого мода и как не пользоваться подробное. Я сейчас объясню основные функции. Чтобы переместиться самому или с техникой, ну давайте попробуем с техникой. Садимся в технику. Так, я выключу подсказки. Первым делом нам нужно открыть мини-карту. Делается это на цифру 9. Открываем мини-карту, видим. Далее жмем левый Alt и T. Нажали. Левый Alt, T, вот эти все... вся техника, которая, ну точнее, вся навеска, которая с нами переместится, здесь сразу отобразилась. Напомню, что вместе с левым альтом, левый альт на клавиатуре и Т одновременно нажимаете и отпускаете сразу на секунду. Escape не нажимайте, потому что игра, говорят, может крашиться. После этого на мини-карте выбираете точку. Допустим, вот мы находимся здесь, нам нужно переместиться к карьеру. Нажимаем туда левой кнопкой мыши один раз. Все, мы оказались на этой точке. Как вы видите, мы уже возле карьеры, и никаких перегонов, ничего вообще здесь не нужно. Ну, блин, это за секунду, это очень такой крутой, блин, чит. Я вообще просто в шоке, пацаны. И весит 65 килобайт. Я не знаю, как вы отнесетесь. Как вы считаете, это считается читом или, блин, это полезный мод, который незаменим, скажем, в одиночке? Ну, я честно вам скажу, для одиночки вполне себе возможно, потому что для мультиплеера нет. Мультиплеер, я думаю, отыгрывать по РП намного интереснее, чем заниматься вот этой вот рахомудрией и телепортироваться, поэтому не нужно его даже оптимизировать под мультиплеер. А для одиночки там технику перегнать, на продажу зерно отвезти, потому что чисто дорога занимает огромное количество времени. А тут я вот, видите, мне самому это все перегонять сложно, а я вот пригнал, и я могу тебе заниматься вот этим вот смело. Хоп, и могу пенек свой вот этот спилить. Четко, четко. Так, ладненько, вот такие вот, пацаны, дела. Попробую сейчас одному переместиться. Один. Повторяю, нажимаете на девяточку, открывается мини-карта. Вот такая большая мини-карта. Нажимаем левый Alt и T. Выбираем место, куда нам переместиться. Сарай, допустим, сюда. Оп. Все, мы переместились сюда, уже в сарай где-то здесь. Да, вот мы оказались в сарае. Кстати, так можно карту смотреть, всякие ключевые точки. И здесь уже... блин, прикольно, слышишь, что? А, давай еще раз. Левый Alt. Перемещаемся назад в карьеру, вот сюда вот. Мне... вот, вот такая техника, допустим, долго ездит, да, передвигается. Блин, это все поправимо. Нажимаем девяточку. Нажимаем левый Alt. Далее, вот мы видим, куда перемещаться, да? И, допустим, молокозавод. Хлоп. Хорошо, хоть я в текстуре не забагался, да? Офигеть, я на молокозаводе. Круто, круто.
Парни, если мод вам, блин, понадобится, если... Ну, точнее, если вы не знали о таком моде, так же, как и я, или я лично о скрипте, о этом не знал и первый раз узнал от этого человека. Поэтому, парни, если у вас что-то интересное, не стесняйтесь, предложку кидайте, будем смотреть. И, блин, если что-то стоящее, то я обязательно на это обращаю внимание. Также на комментарии, на всякие полезные, я тоже обращаю внимание. Так что не стесняемся, пишем. Тем самым поднимая актив на канале и делая мне приятное. В общем, спасибо, парни, всем за просмотр. Сегодня вот такой короткий видосик, но не менее полезный. Всем спасибо, всем пока-пока.